Дорогой Андрей, я рад с этой сцены театра эстрады имени Аркадия Райкина поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе прежде всего радости жизни. Радость заключается в том, что ты уже, как в принципе, как и я, играющий тренер. Что такое играющий тренер? Это дать путевку в жизнь молодым спортсменам, и чтобы они были такими же бойцами, как ты. Я видел, как ты дерешься, я видел, как ты борешься и отстаиваешь свое право называться профессионалом. Андрей, терпения тебе, хорошего настроения, всего самого-самого, душевного равновесия, чтобы ты всегда оставался таким, какой ты есть, и был как в спорте, так и в жизни целенаправленный, устремленный и добивался всех поставленных задач перед собой. Андрюха, каналья, ты лучший. Ты воплощение настоящего римского воина. Да что там римского? Скуластое лицо, особенная стать. Вот вам гасконский облик без изъяна. Если бы ты сыграл Д'Артаньяна, нужна была бы только одна серия. Все гвардейцы лежали бы к ее концу. Ты прекрасно снимаешься в кино, мой конкурент основной. Вот я с тобой конкурировать не смогу никогда. Если ты будешь сниматься дальше, особенно в детских фильмах, то настоящий мужик будет примером для подрастающего поколения. Будь таким же мужественным, смелым, сильным. Поздравляю тебя от всей души, всю твою семью, всех твоих друзей, спортсменов. Вечный твой поклонник, покорный слуга, тысяча чертей. Поздравляю. Легенда смешанных боевых единоборств. Боец регион 1 Андрей Семенов по прозвищу Белая Акула. Андрюш, мы в прямом эфире, поэтому остается лишь только всех пригласить завтра на день рождения. Где встречаемся? Здесь, в Питере. Гуляет весь Петербург. Андрей Семенов, с днем рождения!